Всем здорово, ребят. Доброе утро. Ну чё, решил я с утра вжарить русского коллекционера. Поехали, попробуем. Посмотрим, что там за награды. Конечно, плюшки по сравнению с AI-сервером, который я вам показывал, просто ни о чем. То есть для тех, кто хочет получить изворот для тыковки, если у него нету там исцеления водушки, как вариант, да. По сравнению с прошлым коллекционером, вот у нас коллекционер. Награда за ведьму, ну, печаль. На других серверах дают там по 200-300 пакетов, либо запашек, либо 300 зеленых слизней. Я вам это уже показывал. Палач тоже, ну, два зеленых там синих героя, которые вообще просто ни о чем. Одна карта смены, ну, это как по мне, ну, просто пипец. Королева Ос, которая... Так, сейчас, секунду, ребята, я в ВК, а то она будет щелкать. Вам дают возможность словить мутанта, кристалл волчонка. Ну, в принципе, как вариант, очень вроде да, для бездоната. Но это, опять же, это хрень, это можно и так словить. Ну, а дальше студеный рыцарь. Единственное, что здесь хорошо, я вам скажу так, то есть со всего, что здесь есть, это чисто достать вот эту эмблему милость пророка для архидемона, ну, для бездоната. Изворот я уже вам сказал, то есть это такое, которое, ну, и не туда, и не сюда. Ну, как обычно, мы поехали с вами трешевать, посмотрим. Вот смотрите, оборотень, ну, там у нас он не оборотень, а еще у нас же есть базар трать с выгодой. До 100к дойти, вот получить эти плюхи. На Тайване вы соберете там четверть огника уже за 100к. Там еще 60к потратить, да собирать. И можно целого огника получить. А у нас, к сожалению, это что-то до сих пор реально недоступно, как и на многих, в принципе, серверах. Окей, поехали, посмотрим, что там у нас получится. Уже два есть. Стрелок Атлант, неплохо. Сейчас мы вжарим. Вжарим. Наверное. Но это не точно. Ворожей. Бигфут. Это уже получше. Королева Ос. Она падает довольно-таки неплохо. Свален. Ничего себе. Смотрите, что творится. Друид. Ну, здесь, как обычно, у меня все подкручено. Админ панелька тащит. В общем, кому надо заявочки, кидайте, кто хочет. Эти призы, ну, честно скажу, коллекционер на русском сервере становится все хуже и хуже по сравнению с тем же самым АЭСом. И тут неожиданно, нежданно к нам пришел Космо, мы быстро его перерыв в рэнке фараона, это просто пипец. По сравнению с АЭС сервером, это просто ни о чем. Командора. Ну, в общем, мы вжарили рандомчик на русском сервере, думаю. Гаргул, Химка, Паладин, ну это просто имба. Суккуб. Неплохо, неплохо. И все, и тишина. Седна, фараон, Химка опять и бочка. И опять фараон, что-то фары... Фобос, нифига себе, Фрея. Обалдеть, ну неплохо падает, да, ребят? Хорошие плюшки. Но это у меня. Мы потратили где-то с вами уже 50 тысяч, мы даже не собрали. Давайте посмотрим, сколько мы потратили. А, нет, 40. Ну, 40 еще терпимо. Купидон. Укротитель. Ну все, мы собрали основные призы. Вот так вот, ребятушки, фуловый коллекционер за пару минут собран. Сколько у нас в итоге пошло? 44 тысячи самоцветов. Ну давайте ради вот этого уже добьем. Ради этих плюх. Вот, видите, как начало падать. Рыцари просто начали сыпать после того, как собрал один за одним. Ну, где топ-леги? Смотрите, легенды вообще не падают. Вот они. Рейка, одержимый. Так, пора останавливаться. Череп.
даже больше, 57 тысяч самоцветов уже заролили. Ну, в итоге вы видите, давайте заберем эти плюхи. Вот эти плюхи мы получили с коллекционера. В принципе, интересные плюхи, как по мне. Ну, то, что можно собрать отсюда мутанта, которого прокачать, я уже вам показывал, которого прокачивать надо очень-очень дорого. И очень много самоцветов на его прокачку надо. Ну, поехали, заберем его. Сейчас попробуем тоже прокачать. Собираем вот эти вот награды. Так, окей. Ну, это уже вторая королева ос. Что-то она падает просто. Ну, она не мега имба, поэтому она и падает так. Такс. Здесь мы разобрались. Поехали. Хотел. Я даже битву гильдии прошло и проспал. Я хотел. А, мы хотели мутантика собрать. Вот, заходим сюда. Вот у нас 81 попытка есть. Мы, конечно же, возьмем каких-то пэтов. Каких-то у меня много. Здесь у меня пэтов не особо много всех. А, в принципе, зачем у нас есть вот это? 80-80 и ставим кристалл. И поехали! Ебой! Это не мутировавший, это обычный волчонок. Я хочу мутанта! Вот он, мутант. Волчонок-мутант, ребятушки. Еще один волчонок. Еще один. И еще один. А мутантов сокол, ничего себе. Перекус, почти как перепих. Еще один перекус. Ну, в общем, вот так вот. Хотите качать пэтов? Качайте пэтов. Так, ну вот, вот наш мутант, улучшить можно его 3 печеньки, следующий левел 7 печенек, вот так, плюс 2 левела. Ну а тут я вам показывал, вот, это просто жесть. Конечно, эти статы классные, но их наролить нормальные что-то, это реально будет, посмотрите, вот уже тычка, по 850. Можно, в принципе, пока поролить, оно все равно пойдет в траты. То есть выролить здесь, ну, Unreal, ну, не то, что Unreal, я показывал, там около 100 самов уходит на то, чтобы наролить более-менее что-то нормальное. Ну, статки, конечно, с прокачкой он будет давать намного, намного круче, намного выше, то есть качать его реально стоит. Навык, как видите, тоже улучшается за печеньки, поэтому печенек реально надо много. Вот видите, волчонка, вот нехрен чем качнуть уже. Вот так вот. Сокол и мутанта сокола мы еще только не выбили. Вот. Сказать, что мега-мега-мега прям трэш, я бы не сказал, что там мы уже потратили. Вот уже 67 тысяч самоцветов мы с вами потратили на то, чтобы просто там пару раз, ну, 50, сколько там, 57 на коллекционера, уже 10 тысяч мы просто потратили на мутапета. Я бы сказал, это мудопеты, потому что, ну, это просто пипец. Вот эти вот прокачки. Мутантов, они реально... Ну, а и даже обычного прокачка, там просто 3 статы, здесь 4. 4 статы вам будут давать, вы выбираете, какие хотите, можете одинаковые наролить. То есть у вас герой будет получать дополнительный бонус. С одной стороны, это круто, с другой стороны, это полная дичь. По мне 905. Ай, блин, я закрыл это, что это закрыл, смотрю, по 950. Ну хорошо, хоть последняя не столько. Ну видите, я до сих пор, ребят, я до сих пор не получил, смотрите, 5, это просто пипец. 15, сотку даже не дает созвездие, и то вы не ролить по 1900, чем вот эту вот хрень. Здесь может вам упасть все, что хочешь. То есть может повторка упасть, там жизни, жизни до хрена дать. Но как видите, сотку получить просто, как по мне, Unreal. Просто пипец.
В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому не радуйтесь особо, что вы его выбьете. Его прокачать реально стоит нормально бабла. Ну, так как акция на трату, то я, в принципе, под акцию сейчас заберу просто плюхи. Но оно того не стоит, реально. Вот эти вот дополнительные статы. Потом на максималке, конечно, вот атака. Атака, крит, удар, крит, урон и точность. Ну, такое. Ну, вот внизу показатели, которые он даст. Плюс 1400 атаки, плюс точности 2700. Вот точности нормально он дает. Я вам скажу, крит урона почти 3000 и крит удара плюс 250. Это при том, что он еще мелкий. Третьего левела только. Не знаю, сколько там левелов будет. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.